Всем привет, дорогие друзья! Вот, пожалуйста, момент съемки, когда я снимал этот таймлапс на горе Митридат. И сегодня мы с вами наблюдаем за Крымским мостом, какая ситуация происходит, сколько машин едет в Крым, сколько из Крыма. Ну, как вы знаете, на носу 1 сентября, и все массово начали отъезжать, кто с детьми, и из Крыма домой. Естественно, детей надо собирать в школу пораньше. И вот, собственно говоря, это все видно на мосту. Вот в сторону Кубани сколько машин едет, и в сторону Крыма. Здесь все видно. Ну, это каждый год, дорогие друзья, бывает. Такие вот провалы где-то с 25 августа и по 5 сентября приблизительно, там плюс-минус. Одни уже уехали, а другие еще на бархатный сезон не приехали. Поэтому вот и такая ситуация. Хотя вот как посмотреть, таймлапсы здесь 23 минуты. И вот посмотрите, сколько машин проехало за 23 минуты. И поездов, конечно же, как вот вышли стат-данные, что 1 мая, июнь и половина июля были там провальные по туризму, минус 30% по сравнению с 21 годом, по-моему. Но август вот подтянул, немного подтянул показатели, а в сентябре вообще обещают там тоже достаточно много. Большой, вернее, наплыв туристов в Крым. Это вот показатели по бронированию отелей, гостевых домов. Ну, все вы знаете, конечно, что вот такая ситуация из-за того, что самолеты в основном не летают, и многие просто отказываются ехать. Отпуск не такой уже большой, а вот чтобы там двое-трое суток в один конец потратить, не все такие вот себе могут позволить излишества. Ну и вот посмотрите, кстати, вот насчет поездов, движение очень интенсивное, максимальное количество вагонов поезда добавлено, и сейчас вот массовый вывоз организован с курортов Крыма и курортов Краснодарского края вот именно к 1 сентября. Ну а, как говорится, поживем, посмотрим, как будет обстоять дело в сентябре. Вот власти заявляют, что туризма, что будет достаточно много людей, но поживем, увидим. И тем более вот такая ситуация сейчас неопределенная. Многие вот пишут, там надо в Турцию ехать за эти деньги. Я уже говорил, еще расскажу, за такие деньги, как в Крыму, сейчас в Турции не отдохнешь. Потому что товарищ Эрдоган тоже грамотный жук и быстренько подтянул цены, потому что сейчас у него конкуренции практически нет. Но это вот небольшой дайджест такой, где я в каких городах был и сколько везде народа. Все, кто внимательно следит за моими видео, вот может сравнить. Вот это август месяц, в основном очень много людей было там в начале, в середине, ну и ближе к концу. Сейчас, конечно, уже вот интерес к Крыму потихонечку падает, к туризму, да и блогеры вот бегают друг за другом, одни и те же места снимают, ну и, естественно, просмотры стремятся к нулю сейчас у всех. Это вот такая тенденция, она такими волнами. Ну и, собственно говоря, я вот подумываю, надо временно дислокацию поменять, поснимать что-нибудь другое. Пока не буду говорить, что хочу и куда, но если получится, все мы с вами увидим. Так, ну а мы двигаемся с вами на мост и посмотрим, какая ситуация на въезде на Крымский мост. Видим мы, одна полоса так и есть, но сейчас вот зерновозов уже поменьше. Их также отправляет вот на огромную площадку транспортная инспекция. Ну и легковые машины проезжают вот потихоньку, пробки нет. Вот видим мы с левой стороны, эта дорога с Кубанских берегов, тоже машин не очень много. Если вот нет машин, я и показываю, что их мало. А то мне пишут, какого года, так интересно читать иногда комментарии, какого года, говорит, эта съемка там, 12-го, 11-го, даже мозгами раскинуть не могут, чтобы там в этих годах моста еще не было. Ну, это так, посмеяться немножко. Так, ну а мы вот сейчас с вами пост ГАИ
будет. Вот видите, здесь все солидно. Посмотрите, столик у него тут. И контора пишет, процесс идет. Все, бухгалтерия, как говорили там, социализм – это учет. Бухгалтерия превыше всего. Ну и вот мы подъезжаем к посту ДПС. Здесь вот видите, десяточку с пристрастием просматривают. Там ставропольские номера, по-моему, на машине были, если мне память не изменяет. Ну, а мы двигаемся. Вот видите, некоторые машины на досмотр загоняют. Вот этот ехал-ехал, так резко тормозит. Я хорошо вырулил. И мы выезжаем с вами на мост. Вот смотрим. Ну, машин, когда я ехал, я вот поснимал на Митридате, видели мы с вами, сколько машин на выезд, и в половину меньше на въезд было. А сейчас вот как-то все устаканилось. Посмотрите, и туда, и обратно там в одной паре. Ну вот на выезд я сейчас вот в Тамань еду, побольше, конечно. Так, домик наш на месте с мангалом стоит, вот он. И мы двигаемся по Крымскому мосту. Но что хочется еще сказать, посмотрим, как действительно будет обстоять ситуация. Я вот думаю, что может быть там числа 5-6 начнется заезд на бархатный сезон, как принято, вот голубь, смотрите, чуть не задавил, принято считать, поедет более солидная публика, не обремененная вот детьми, которые уже вот выросли или в школу пошли, пристроили вот бабушками, дедушками и поедут на отдых. Ну, в принципе, отчасти так оно и есть. Вот бархатный сезон, не так сильно будет печь солнце, хотя в этом году обещают такой же, вот сентябрь очень жаркий. Вот я сейчас ехал, когда по мосту, вот этот плюс 31,5 у меня машина показывала, за бортом было. Ну и, собственно говоря, ожидает вот и эта погода и сентябрь месяц. Ну, вообще с погодой какая-то аномалия творится везде. В Москве август побил температурные рекорды со дня наблюдения, дорогие друзья. Представляете, никогда такой вот жары в августе не было. Ну, я вот разговаривал с другом, в Москву звонил, я ему хотел похвалиться, сколько у нас. Он говорит, ты нас этим не удивишь, у нас то же самое. Так что температура сейчас вот и в Москве, и в Крыму практически одинаковая. Ну, как правило, в Москве после такой температуры начинаются шквалистые ветры и ливни. Ну, в Крыму тоже иногда бывает, но в Москве, по-моему, это чаще. Так, ну а мы вот к аркам подъезжаем с вами. Довольно-таки спокойное движение. Пробок нет, движение по мосту идет и без ограничений, а то тоже какие-то там слухи, мосты перекрывают, там то закрывают, то открывают, ничего подобного, все рабочее движение по мосту идет. Мост, как вы видите, целый, целехонький, и великолепное покрытие, можно ехать с ветерком, но помните, ветерок может дорого стоить. Вот 90 километров по мосту можно ездить. И, ну, там немножко можно прибавить за счет зазора. Так что соблюдайте. Тут достаточно много камер. Все уже знают об этом. Так, ну, мы проехали мост. И вот двигаемся дальше. Я так кусочками выборочно показываю вам. Ну, естественно, мы посмотрим, как будем, развернемся на Тамани. И будем заезжать уже со стороны Кубани в Крым и посмотрим, как там обстоят дела на досмотровом, на посту ГАИ, есть ли пробки или нет. Но сейчас еще раз скажу, что вот, кстати, по телевизору вот, на момент вот озвучки этого обзора показывают дорогу в Москву. Это что-то. М4 в сторону Москвы полностью забито. Вот напишите в комментариях, дорогие друзья, кто попал вот под эту раздачу, кто выехал вот массово, начали ехать где-то с 25, я уже сказал, августа по домам. И что-то творится там невообразимое. Вот по новостям я посмотрел. Действительно, пробки страшнейшие. Ну, вот М4, как известно, самая главная трасса с юга на север идет. И вот она постоянно испытывает перегрузки. Ну, вот такая ситуация. Сейчас мы подъезжаем с вами к берегам Тамани,
проехали мы вот за разговором с вами 19 километров, и уже видим мы с правой стороны вот центр управления мостом на Таманском берегу. Вся информация вот стекается туда, и оперативно, если какие-то пробки, оперативно принимается решение. Ну, все эти вот погодные условия, если какие-то там скорость сразу меняют, если что там высылают вот зимой, если обледенение, вот машины с песком. Ну, короче, вот принимают решения такие. Ну и вот мы с вами подъезжаем к первой развязке, на которой мы с вами развернемся и поедем обратно. Везде, вот где мы с вами побывали, вот сейчас пока будем разворачиваться, где мы с вами побывали, достаточно много людей. Сейчас, хочу сказать, конечно же, уже меньше, но все равно еще есть люди. Вот я специально картинки поставил с тех мест, где мы были, и везде очень-очень много людей. Ну что, цены, конечно, такие вот, могли бы быть чуть поменьше, но в принципе по ситуации довольно-таки приемлемые цены. Как говорится, жить можно. Бензин 95-й как стоил, 55,99, ни вверх, ни вниз уже вот какой месяц. Так, ну вот пост ГАИ даже обидно, вот посмотрите, гаишники отвернулись от меня, я вот еду, они даже на меня не посмотрели, это тоже вот такое впечатление, что они меня уже знают. Посмотрел и отвернулся тоже. А мы едем вот дальше. Вот с правой стороны видим мы здесь, конечно же, машин намного меньше, чем вот на выезд из Крыма. Но еще раз повторю, снимал я, как вы видели, 29 августа, и скоро, через 2 дня уже школа. Основная масса, вернее, кто хотел уехать, в принципе, уже уехали, потому что детей надо собрать, да плюс еще ситуация на дороге, видите, какие пробки там, пока доберутся люди. Ну и что еще хочу сказать, вот по поездам. Как вы знаете, самолеты не летают, опять каждую вот неделю 7-10 дней продлевают ограничения на полеты вот в 11 городов, в 11 южных аэропортов Крыма, Симферополь и Анапа в их числе. Ну и вот остается что? Транспорт, автомобильный, железнодорожный и автобусы. Вот три вида транспорта. Ну, может быть, еще кто-то на велосипеде. Но это, как говорится, в погрешностях. А, еще на мотоцикле можно. Много, кстати, я видел, на байках едут в Крым. Из Крыма у меня даже где-то видео есть. Вот заправку новую открывали. Там я вот разговаривал с владельцем мотоцикла. Но они, правда, с Краснодара, здесь недалеко совсем. Так что ситуация такая. Ну и мы вот с вами видим, опять вот сейчас хорошо перед арками, вот сколько едет в Крым. Сейчас вот на этом кусочке, если брать интервально, вот примерно одинаково в Крым и из Крыма едет машин. Поезда, как мы видим, 16-18 вагонов. Идет, вот этот прошел там 6 вагонов, это вот прицепные вагоны от анапского поезда отцепляют на 9 километре Москва-Анапа, по-моему, и вот эти 6 вагонов до Симферополя тянут, я вот так понял. Тоже вот дополнительные поезда, сейчас 2 поезда в Керчь ходят, 2 поезда Москва-Феодосия, Санкт-Петербург-Феодосия, поезда тоже идут. Ну и не считая там уже много поездов с Омска, с Перми, да, сейчас вот боюсь ошибиться. Ну и вот, собственно говоря, можно посмотреть судоходство тоже в штатном режиме. Все крутится, вертится и работает. Посмотрите, какие великолепные виды, вот особенно отсюда. Вот если посмотреть, с правой стороны видно гору Митридат. И открывается Керчь. Единственное, конечно, ложечку дегтя, все никак не приступят к строительству. Уже и в том году, до конца года, должны были разработать проектную документацию по съезду с моста в город-герой Керчь.
Аксенов давал поручение, глава Крыма. Ну, не знаю, разработали, не разработали. Собирались там сроки на полгода растянуть строительство, там 200 или 300 метров съезд. Еще Сергей Валерьевич даже говорил, что так долго, давайте быстрее. Ну пока вот никаких результатов нет. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, наверное, я так понимаю. А так вот, в принципе, вот проезжаем справа до Смотровой. В принципе, вот там справа служебный съезд есть. Прям можно выехать практически в центр города. Но там это только для служебного пользования. А вот здесь я как-то и показывал, еще в те времена можно было коптер поднять и показать, вот как планировалось сделать съезд. Что сейчас вот сказал я, что стройки тоже сейчас не очень смотрят, да и все стройки от меня очень далеко, очень накладно ездить, это вот чтобы доехать до Севастополя, Тавриду показать, это вот 300 километров в одну сторону, 300 в другую, ну, сами понимаете, монетизации сейчас на российском ютубе йог, ну и, собственно говоря, вот такая ситуация. Помогают вот какие-то самые преданные зрители, но это тоже в пределах статистической погрешности. Но все равно огромное спасибо тем людям, кто поддерживает канал. Ну, собственно, вот такая ситуация. Делаем выводы, что ждем туристов на сентябрь. На мосту все спокойно, движение идет в штатном режиме. И вот верьте глазам своим и не верьте, читая всякие небылицы. А мы вот заезжаем в город-герой Керчь и видим, нас встречают вот на мосту грифоны. На этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на мой канал на Яндекс.Дзен, на YouTube подписывайтесь, Рутуб. И всем огромное спасибо.